напротив дома раньше росло большое дерево павловня. Оно было чуть ли не единственное в Керчи. Но потом начали застраивать территорию, к сожалению, и деревья начали выпиливать. Я в этот момент как раз пришел к родителям в гости и увидел, что такое красивое дерево, которое еще с моего детства растет, спиливают. Мне стало жалко. И я нашел там немножечко семян. Привез домой и решил попробовать эти семена выращивать. Но, к сожалению, взошли все, но так как большие требования к влажности у этого растения, удалось сохранить, наверное, 3-4 всего лишь процента. И я начал высаживать их вначале в горшки на балконе у себя. Жена, конечно, была безумно рада, что я занял весь ее балкон. Потом перевез на дачу и решил первые деревья высадить у себя во дворе. Посмотрел, получилось. Деревья меня удивили, как быстро они растут. И мы начали практику потихонечку эту проводить вот у родителей. Что брали, какие сомнения, проживется она у родителей, все-таки солнечная сторона, воды недостаточно, а я с высаживания саженцев понял, что к воде они очень требовательны. Но результат превзошел все ожидания, дерево показало себя очень хорошо, растет очень быстро. Вот на данном экземпляре можно видеть, что за буквально 4 месяца, наверное, метров, я не знаю, метров 5-6 точно оно выросло. В интернете информации ничтожно мало про это дерево, поэтому приходилось буквально по крошкам, где-то в ютубе какое-то видео, где-то какая-то статейка. Ничего специализированного находить не удавалось на тот момент. И поэтому вот в чем сложность была, методом проб и ошибок вывести как-то саженец этого дерева, с которого можно уже начать потихонечку высаживать в нашем городе. Нас подвигло в основном то, что у нас солнечная сторона, и без деревьев в квартире очень печально. А так как тут у нас всегда садили на нашей улице хвойники, последними у нас были можжевельники, которые, к сожалению, после прошлогоднего потопа просто упали. И все. И на этом озеленение нашей улицы, к сожалению, закончилось. Поэтому мы решили взять это в свои руки и попросили вот у сына отросток. Папа наш посадил его. В прошлом году мы растили, скажем так, по совету сына, корневую систему. То есть папа его поливал через день, подкармливал удобрениями. В апреле этого года, где-то в апреле этого года спилили под корешок прошлогодний отросток. И практически вот как только потеплело, на остатки, на корешочке вылезла куча маленьких почечек. Мы их все поотщипали, оставили одну. И вот с одной почки вымахала вот такая красавица. У нас в семье идет спор, перерастет она в этом году фонарь или не перерастет. Я за то, что перерастет. По всей видимости, я уже выиграла. Вначале мы мерили по Тимуру, потом по мне. Теперь уже только по фонарю остается померить. В прошлом году я отгоняла от нее хулиганов потому что многие хотели сорвать вот такой лист типа зонтика. Потом еще из них хотели делать тень типа домиков. Поэтому я все время отгоняла. И павловня стала очень знаменитой. Я еще приделала таблички, потому что когда я крутился у нее, смотрел, какая толщина ствола все время. А что это за дерево, мальчик? Молодец, мальчик, что удобряешь, и все такое прочее. Это дерево должно начать цвести на 4-5 год. Начинает цвести оно большими синими вот такими гроздями. Красота неимоверная. И также это дерево очень уважают пчеловоды именно за то, что оно является настоящим медоносом, даже больше, чем акация. Поэтому дерево на самом деле бесценное, можно сказать. Да. Но, к сожалению, еще не набрало такую популярность. Мало о нем кто знает.